Привет всем! И сегодня мы рассмотрим очень интересное приложение, разблокировочный экран для macOS X. Называется он Lock Screen 2.0 и добавляет разблокировочный экран iPhone, iPad или iPod. Значит, выглядит это очень прикольно. В настройках можно найти таймер, через которое время будет блокироваться экран. Можно поставить на автостарт, задать горячую клавишу, поменять фоновое изображение данного блокировочного экрана, а также можно потом вверху по-ручному заблокировать. Разблокируется очень просто, надо провести пальцем по клавиатуре. Вот так. Хоп. Очень удобно и прикольно. К сожалению, звук он не издает. Жалко. Жалко, реально жалко. Значит, на экране мы найдем часы, дату. И, конечно же, красивенький слайдик разблокировать. Выглядит это просто очень супер, очень удобно. Вот пользуюсь, наверное, 2 месяца, но руки никак не доходили снять обзор. Ах, так, что там еще есть? Ну, как я уже сказал, фон. Также можно поставить безопасность, то есть, наверное, пароль. Я не пробовал. Ну, сами разберетесь, короче. Так. Ну вот, в принципе, все. Очень интересная программа, называется Lock Screen 2.0. Стоит она евро 59, но вы можете скачать бесплатно по ссылке в описании данного видео. До скорых встреч!